Йоу, товарищи, всем привет! С вами снова Дмитриевич и Серега. Да, два крутых чувака, которые будут грабить банк сегодня. Еще с двумя чуваками, надеюсь, тоже крутыми. Да, будьте здравы все. Да, Серег, твои эпичные фразы уже комментировать начинают люди. Да, ну извините. Ну да. Ну ничего, это должно как-то разбавлять атмосферу и И не добавлять может. немножко безумия во все это действие. Да, ну мы и так с тобой. Тебя то машина сбивает, я то там еще что-то делаю, там, то есть нам хватает веселья. Это да. Фу, ну что, Серег, финальное ограбление, самое крутое и мощное, самое прибыльное. Ух. Ну, видимо, да. Да. Что ожидать от него? Какой-то адекватной реакции наших компаньонов двух, которых мы возьмем. Ну, главное, чтобы барыш был хороший, а так, в общем-то, не Да, в страшно. принципе, да. Самое главное. Было бы за что, а мы-то сдюжим все, что можем. С Сдюжим. дюжевым. Мы сдюжим все, что можно сделать Мы с нормально. дюжевым все сделаем, все Это что угодно. мечта майонез хозяйки. Фу! Майонез мечта хозяйки. Ты сказал майонез хозяйки. Хорошо, что не хозяину. Ну, судя по рекламе, как раз ты хозяйский майонез-то у мечты. Дорогая, тебе с майонезом. Тебе сосиску с майонезом, блядь. Ой, ну 22-й это вообще. Хватит, не надо. Сосиски с майонезом. Это хозяйка дошла за своей мечтой. Блин, ну черт, блин. Хорошо смеется тот, кто смеется с майонезом. Да. У кого еще Блин, да есть что ж хозяйка? такое-то? Зашел, ушел. Ой, блин, мы нас хозяйки. Что за нигер у нас в ниндзя? Хорошо началось Я все. прям дюжево прям представил с майонезом. Хотя эту рекламу не так давно видел, вот прям перед новостями в 9:00. Не, мы нас эпичные люди рекламируют всегда. Да. То это Пореченков, то Дюжев теперь. Ну да. Осталось только Тимати, он же это Тантум Верде рекламировал. А, кстати, его убрали из этой А рекламы, ЧВР. ты, кстати, заметил, как пошел вот этот кипиш? А почему? Я не знаю. Может, они там... Ну, знаешь, тут разные темы. Вообще есть лично мое мнение, что, знаешь, такое чувство, что человек, который стольких продюсирует сейчас и сам что-то делает, у него же нехилая фирма. Я не думаю, что он повелся на деньги какие-то. У меня такое чувство, что он кому-то в споре проиграл, короче, и поэтому его, короче, я сказал, а снимешься в рекламе какой-нибудь хрени? Вообще нелогично. Он же трек написал, текст записал на студии, его снялся в клипе. Потом и ребят каких-то поставили. Слушай, ну о чем ты говоришь, если он в рекламе колбасы снялся с Лепсом? Ты видел это вообще, шедевр этот? Нет, кстати, не видел. Посмотри, ты посмотри, это фейспалм просто. Слушай, может, он решил таким видом шокировать всех? Ты эстетическое удовольствие получишь точно, тебе совершенно точно Ой, гарантирую тебе это. Посмотри, на Ютубе там где-нибудь блин. посмотри. Ладно, найду обязательно, если не Так, ну забуду. что, к нам зашел 89-й, я думаю, можно начать. Давай попробуем. Была не была, как говорится. Ты видел новую рекламу колбасы? Там Тимати рэп читай. О, так. Все готовы? Все пойдет как по маслу. Я постарался не усложнить, ибо вы, ребята, простые. В хорошем смысле этого слова, в хорошем. В смысле, неотягощенные высоким IQ. Вот это Стоп! нормально вообще. Не подойдите ко мне, не подходите. Были такой хрень, только майонез рекламируют. Так, а потом все будем делать очень круто. Все копы города слетятся к банку, как мухи на говно. Так что вылетайте им навстречу на мотоциклах и угоняйте побыстрее куда-нибудь в жопу мира, вверх карты. Так, ладно, короче, вы сами знаете все, что делать, вы сами решаете. Просто понимаешь, ребята не понимают, мы все-таки видео снимаем, и нам нужно и заставку показать, и все вот это вот. Так, кто будет на кто? А я чего сказал? Кто будет на кто? Я не хакер, плиз. Я буду долго взламывать. Подрывник, хакер, На страже.
Настороже. На стороже, да. Короче, я буду... Не знаю, ставь меня подрывником, наверное. А я хакер, да? Убейте охрану, доберитесь до панели, заберите деньги. Крутой мега-хацкер. Да, кул хацкер. Fucking bitch. Да. Ганста щит, блин. А я только хотел сказать, что за идиот тормозит. Одежда Янгтона. А можно одеться как-то? Тревор. Бал. Во, жулик, прикольно. О, сумочки. О, кто-то хотел с сумочкой побегать. Не, потом мы сделаем. Потенциальная доля 250 тысяч, ух ты. Ох, Серега, надеюсь, у нас все получится. Не хотелось бы 50 раз переигрывать. О, мы почти приехали, сейчас Б, боль начнется. Так, я подрывник, мне надо, короче, взорвать двери сейфа, что ли, или что? Воу. Ой. Ой. Что за хрень? Это что за твою мать? У меня карта динамически меняется. Я как будто в другое измерение попадаю на пару секунд. Так, мы на месте. Вот. Так, ставь Куруму куда-нибудь. Надеюсь, она не исчезнет. Хотя вроде говорят, что исчезает. Нифига он там фокусы провернул. Так, маску надо одеть, нет? Хрен его знает. Подожди, а... А, даже так? А что это за золотой автомат? Не знаю. У меня такого не было, ребята. Слушайте. Слушай, что происходит? О, он я раздаю бургеры все. Так, короче, жрём и начинаем, да? Жрём и начинаем, ребят. А, не синие мы. Короче, мы с тобой идем, да? Так. Ай, хакеры, мы с тобой валим охрану, короче, я понял. Я вообще никого не вижу, где охрана. Так, куда нам надо? Рызаки, займите дверью. Здесь, что ли? Ну, здесь, походу, да. Ай, блин. Пусть взрыв первой решетки, написано внизу же. А я там стою, что-то бью, короче. Ну я первый раз, ребята. Че надо, убегать, да? Как звезданет, да? Я не знаю, наверное. Первый день проходил, да. О, есть. Пошли, Серег. Ждите взрыв второй решетки. Ай, блядь, ты что ж. Ну и блин. Слушай, я просто видел, чувак снимал, который не делал эту фигню, поэтому я не знаю, как там. Так, ну чё там дверь-то? О, пошли, Серёг, пошли. Дверь до панели. О, мне назад надо как-то. А, мне надо... Вот. Слушай, тут охрана есть. А где эта панель-то? Куда мне идти? Долби их. Блин, это походу... А, вот она. Так, всё, тут вроде никого больше нету. Как мне до нее добраться-то, до этой панели? Вот здесь панель какая-то есть. Вот здесь какая-то панель есть, вниз иди. Все, да, я вижу. Да? Давай, короче, мути, а я есть что прикрою, если вдруг там откуда-то будут рисаться. Во-во-во-во. Ну давай, скорее, чувак. Там кто-то рисается наверху, что ли? Щелкай мой компьютер, открывай внешнее устройство. Давай, мути, короче, а я буду держать. Чё за... Чё? Брутфорс, отлично. А, это я... О, это я проходил. Давай, ты это сделаешь. Это такие игрульки в игрульке. Да, кстати, у нас время еще учитывает. На... О! Так, я открыл. Мюсяк. Так, чё надо еще мне подорвать что-то, да? Подрывники, оставшиеся термобомбами, взрывайте титану дверь. Ага, О, это вот эти штучки, помнишь? Да. Мы их тогда что-то делали с ними. Так, эти там колбасит, это пипец. Да. Он к нам, по-моему, один идет, сейчас посмотрим. Да. Так, заберите всё? Деньги. Я иду. Давай, забираем деньги. Так, а где они, деньги-то? Здесь? Ну, походу, да, здесь. А. Короче, я это, как его? О, слышь, тут это, на мышку надо собирать деньги. А ты иди к той и там собирай. Да. Ты же тоже должен собирать. О, ништяк. Ну, время есть еще, я думаю, справимся. Самое больше начнется потом. Да, я думаю, да. Надо собрать все, что есть. Ну, у нас время хватает, мы успеваем. Так что, я думаю, успеем все собрать. Ох, я 1 000 000 баксов собрал уже. Так, у меня все, у меня конец. Сейчас, у меня чуть-чуть осталось. Давай тогда собирай. У меня сейчас палец оторвется нахрен.
Все. Давай собирай, потому что мы немного денег потеряем, походу. О, пошли наверх. Валим. Сейчас начнется самая боль. 5 звезд, это круто. Ну, Крум уже стоит на месте, я думаю. Да, кстати. Говорили, что проблема с Курумой как раз. То, что это... Ну, там, по-моему, же на мотоциклах уходить надо. Так. О-о-о, начало веселья. У нас еще ноль жизней. Началось деревня утро. Так-так-так, ну-ну. Такой выглядывает, главное. Ух, ё. Опасно. Короче, надо это... Сразу ракету какую-нибудь. Граник можно взять. Да, я думаю, граник. Они все уже там с граниками, видишь? Если мешки с деньгами... А, я понял, надо еще сохранить мешки с деньгами. Да, да. Так, 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 что у нас тут? Что у нас здесь? Ага. Нет, Курумы нету, слушай, чувак. Ну, конечно, это было бы слишком легко, если бы Курумы была. Главное держаться вместе. Так, не вопрос. Погнали, короче. Короче, погнали, чувак. Нам надо сейчас добежать до мотоциклов. Ох, там кто-то взрывает. Так, я тоже туда гранату брошу. Так, что у нас здесь происходит? Ребята уже побежали, кстати, а мы с тобой стоим. Ну, повали. О, чувак, я перепутал кнопочку. Кнопочку перепутал. Я тебя понял. Можем здесь, в принципе, перевалиться. А нет, ты уверен, здесь высоко? Аккуратно, блин. О, слушай, чувак, надо как-то это двигаться, иначе нас сейчас зажмут здесь. Надо вообще, да. А, короче, бежать надо, я так понял. Чем быстрее, тем лучше. Да. Валим. О, писец, короче, чувак. Так, я вроде как-то куда-то вышел. Сейчас, погоди. Да, да, короче, беги, беги. Тут надо как-то двигаться. Да, ой, я блин. Поверху как-то бегу. Блин. Мы с чуваком вообще как-то странно движемся. По каким-то крышам, по каким-то этим. Да, думаю, я совершенно так же, как и вы. Так, о, нифига, тут раздолбано все. Вертолеты валяются. Давай, Кача. Блин, ребят, реально даже как-то комментировать это все странно, потому что такое. Экшен. Слушай, прям... байки пропали, прикинь. Как чувак пишет, так? Байки пропали. Отправляйтесь в каньон. А на чем мы должны отправляться? Охренеть, а что с байками? Почему они пропали? Че это сделал? Зачем он это сделал? Переигрывать, потому что это байки пропали, я понял. Блин. Короче, это писец еще. Да я уж понял. Блин, жалко, я к тебе не сел, жалко. Да ладно, тут еще неизвестно, кто из нас как сыграет ее. Тут надо еще постараться, чтобы нигде не это. Не встрять, да. Потому что здесь же и машины, и враги, и ФБР сейчас будет. То есть тут еще надо грамотно проехать все это. Ладно, будем стараться. Ой. Я слепучка, короче, если что. Да ты сзади замыкаешь туда кого, мы едем так нормально. Это да, я как-то это стараюсь. Так, мы с чуваком едем вдвоем. Походу. Да, а мы срезаем это. А вы куда-то едете. Ой, блин, чуть не слетел. Мы тут срезаем, я понял. О, блин. Это жопа, да. Чувак. Тут стреляют. Стреляют, тут писец, короче. Ух, не... вот это я... Что, ты свалился, что ли? Нет, вот это я чуть не устроил вот хреньку. Блин. Опасно, короче, чувак. Опасно. Ай, блин. Бросил липучку и взорвал ее раньше времени. Фу, блин. Я чуть в дерево не улетел. Слава богу, успел дернуться в последний момент. И то, наверное, знаешь, не по наитию, а просто нервы сработали. Так, понятно. Так, у нас вертолет. Плюс плохо. Надо... Так, нам до лодки надо добраться, надо, да? Броник надо. И надо сбить вертолет нахрен на шею, это очень... Слушай, мне бы тоже как-то, я не знаю, броник там. Так, я очень быстро одел броник, не знаю, насколько хорошо это все. Блин, у нас еще и время, оказывается. Так, ну я, слушай, я пока еду, но я не знаю, как это будет, надолго ли. А, ну так безопаснее от ментов, потому что они это, как его, они же особо по бездорожью не ездят обычно. Ну да.
Так, я что, самый последний, получается, еду? О, там кто-то съехал с дороги. Так, ну, слушай, я, в принципе, уже рядом. Так, мы тут сокращаем, в принципе, тоже. Блин, а вот здесь надо уже... О, тут, слушай, что-то последние метры какие-то жесткие прям. Мне тут дорогу перекрывали один за другим прям. О, слушай, я доехал куда-то. Слушай, нам это время, чтобы вообще уйти или чтобы просто добраться до этого? Добраться до туннеля, я так понимаю. Потому что если вообще уйти, то это, по-моему, мало времени слишком. Че этот Лестер там сидит дома на жопе, блин? Так, у нас началась веселуха. Слушай, тут горы какие-то. Так, о. Надо еще броник. Ох, блин. Мне достается, потому что я сзади сижу. Да, ты ему прикрываешь это, спину. Все, я теперь последний. Впереди чувак вырвался. Слушай, это и интересно, и опасно, и жестко, и я не знаю. Это вообще жопа, короче. Это самое напряженное, что было вообще у нас за все это время. То есть я сижу, я даже, у меня в башке вообще пусто. Я думаю только об одном. Главное, не врежься никуда. Главное, доехали. Чувак, подожди меня. Ух, мы врезались, прикинь. Куда? Все, жопа. Жопа, мы врезали. О, все, капец, короче. Все, у нас жопа. Эй-эй-эй-эй! Нас зажали. Блин. Так, ребята, хотим вам рассказать информацию. Дело в том, что мы проходили так, как положено, но у нас почему-то ничего толком не вышло. И сейчас мы делаем немножечко по-другому, как посоветовал вот этот человек, который за рулем. О, блин. Да садись ты. Ну, ехать надо. Куда ехать? Гоу. Вперед. Вперед. Давай. Ух, жесть какая. Ёперный театр, это же писец. О, там спереди два этих. Два патруля. Слушай, там что-то нас ждет в воде. Что интересно? Реально денег много слетает. О, а что делать, Серег? Ну что, все? Я не знаю, ушли мы, наверное. Походу, да. Не, это, конечно, вариант простой, да? Сесть туда и ехать. О, Лестер. Все, короче, прошли мы ограбление. Блин, танцульки такие у него. Эй, хей, ля-ля-лей. О, друзья мои. Мы это совершили. Какой мы? Серег, разве мы? Нет, совершенно не мы. Мы так это потерпели. Да, это ты все сделал, наверное, Лестер. Да, вы крутые ребята. Знаете, я-то думал, что вы просто сброд каких-то извращенцев-дегенератов. Слушай, это про тебя, я имею в виду про Лестер. Да-да-да. Вы талантливые ребята, вы очень классные грабители, вы все сделали. Почти так же, как Майкл Франклин и Тревор когда-то, в те года. Так, ребята, теперь я богат. Ну, вы тоже чуть-чуть богаты. Так, сейчас я вам переведу ваше бабло. Ты такой, знаешь, главный, так, сколько там? Я вспоминаю старые времена, как мы с вами тусили. Вы же ведь для меня помните наши пикники? О, помните пикники наши? Как мы ходили по лесам, фоткали, селфи, вся фигня. Катались на роликах вместе, смотрели закат. А потом всю ночь напролет болтали. Делились своими страхами и переживаниями и... Что там еще? Стоп, подождите. Стоп. Это были не вы? Это не вы же были, да? Ну, ребят. И купание нагишом не вы? Мой, блин. Эх. Но нам ничего не мешает так же сделать все, ребята, если вы ко мне зайдете вечером. Да? Да. Я уж просто на лекарствах сижу, так что вся фигня, понимаете, бывает дерьмо, случается. Так, деньги. Да, чуть не забыл. Это тебе. Это вот тебе. Ага, так. Чувак, я тебя знать не знаю, но мы... Вообще-то ты должен был со мной так сделать. Так, вам лучше уйти отсюда. Это, берегите себя, ладно, ребят? Пока, ребят. Счастливо. А я сейчас... Поскакал. Так, теперь смотрим самое главное. Открыто достижение. О, золото мне дали, те платину, класс. Так, потенциальная добыча. Лям 250.
Чистый доход 926 тысяч. Откушав процентов 185-200 мне дали. Элитные испытания без быстрых перезапусков. Так, за первый раз мне дали 285 тысяч. Вспомогательная роль 385 тысяч. Слушай, нехило. Я 1,5 ляма получил. Нехило, чувак. А ты сколько? А я получил тоже около лямчика. Ну, может, 1800 или 900. Слушай, нехило. Так что да. Склад нас ждет. Склад ожидает, да. Да, можно, да. Можно брать, в принципе. Да, кстати, можно реально брать. Слушай, Серег, я тебя поздравляю, реально. Было все, конечно, долго, не с первого раза, но мы это сделали, это самое важное. Ограбление по цифке стандарт. Завершено. И мы такие, знаешь, стоим такие, ребята. Слушай, что я его трогаю? Что за дерьмо-то ее? Нам не дали гений, потому что там я тебе рассказывал, что надо, чтобы дали ее. Это надо одной группой проходить все ограбления и так далее. Большое дело дали. Да. Наверное. Вы завершили все ограбления как лидер или член банды. Теперь вы можете позвонить Лестеру или использовать доску ограблений в квартире для повтора ограбления. Ну, о, слушай, их можно еще и по кругу проходить, оказывается. Да, хорошая, ну, была, хорошая. Да, надеюсь, серия. Ребят, вам понравилось. Поддерживайте нас лайком, подписывайтесь и обязательно пишите в комментариях, как это было для вас, как для зрителей. По-моему, было классно все. Да, я тоже так думаю. Так что, ребята, всем пока. Увидимся скоро в новых видео. Всем счастливо.